Вся эта э, без э, всяких почестей, такая таинственная, секретная, по-тихому церемония, не такая, как должен был бы, наверное, получить церемонию Героя России. Э, могла ли это быть тоже частью такой мести Путина Пригожину за унижение, которое э, он от него получил, когда готовился этот мятеж и когда совершалась его попытка? А, ну да, собственно, отсутствие воинских почестей, я думала, что это было распоряжение Власти. А раз отсутствие воинских почестей, то есть снятие фактически звания героя, это, конечно же, конечно же месть. То есть сейчас после смерти Путин пытается еще и Пригожина так сказать, дисквалифицировать. Вряд ли у него это получится, поскольку в России особенно отношение к мертвым, мы уже видели с вами иконы с Пригожиным, это как раз типичная вещь. Совсем недавно мы с вами видели иконы с Кириллом Стремоусомовым, а до Кирилла Стремоусова были иконы из Захарченко, а до этого были иконы из Моторола, я помню. И это все такое вот типичное-типичное. Это либо пройдет, либо нет. И, собственно, власти делают все для того, чтобы подчеркнуть что никакие не герои, что э, обычные совершенно э, люди, наемники. Имейте в виду, кто поддерживает власть, тот не должен поддерживать э, вот этот вот э, могильный э, ажиотаж. Но вы знаете, это как, собственно, про, э, Пригожин продолжил свой мятеж и после смерти. Никто не вышел э, заступаться за Путина во время мятежа. И сейчас никто не собирается из людей, поддерживающих Пригожина, да и просто любопытствующих, никто не собирается иметь в виду, что Путин больше не считает Пригожина и Уткина героями. Вот, собственно, и все. Да, такая бесславная, ужасная жизнь и была бы бессмысленной, если бы этот человек не натворил кучу беды, кучу горя не принес в семьи украинцев, а до этого и в сирийские семьи, и в африканские семьи в том числе. Ну и похоронен, как и водится, как собака, и туда ему и дорога. Как вы думаете, наемников из ЧВК какая судьба ждет? Судьба и ждет незавидно. Мы уже с вами видели буквально через пару дней после подтверждения гибели Пригожина, мы уже видели с вами разорение кладбища вагнеровцев под Самарой. И такие вещи сейчас будут происходить повсеместно. Вы знаете, сразу же после получения известий о крушении самолета и еще не подтвержденной гибели Пригожина, я видела в тюремных чатах Вагнеровцев переписку у женщин, которая была такая перекличка, сколько кому кто денег остался должен. Речь шла о суммах в размере 50-100 тысяч рублей. Там, кто, у кого-то чуть побольше. То есть это какие-то недовыплаченные компенсации. Тут же, в тот же день, это был еще четверг, когда поступило сведение первое, собственно, о крушении самолета, тут же все решили, что никаких выплат не будет. И я думаю, что... Ведь, смотрите, ведь очень сложная э, вещь, то, что вот вагнеровцы из числа заключенных вообще оказались в России э, на свободе. Никто не предполагал, что это случится. Почему? Потому что э, когда Пригожин начал набирать э, заключенных в э, Вагнер, э, предполагалось, что он будет воевать, воевать и воевать э, на Украинском фронте э, столько, сколько потребуется. И все они так или иначе Полягут, ну они будут помилованы, но они не уйдут домой. Ведь они ушли домой, почему? Потому что Вагнер ушел с фронта, и а куда их девать? И естественно распустили заключенных по домам с подписанными контрактами дальше служить, но куда на фронт их уже не возьмешь. И у Министерства обороны не было тогда таких планов, и это была довольно такая ситуация растерянная. И он выпустил больше 20 тысяч человек в Россию да, действительно совершать преступления, потому что это люди, которые очень хорошо э, знают запах крови и любят его. Это люди без реабилитации, без ресоциализации, без психологической помощи и абсолютно полностью э, рас, расслабленные и отпущенные законом. Потому что закон у них забрал все судимости, они теперь с чистого листа, и они прекрасно поняли алгоритм, как можно дальше совершать преступления и за них не отвечать. То есть снова записываться, например, в армию и идти убивать украинцев, и тогда за это ничего не будет. Что, собственно, происходит. Вот это не было предусмотрено, потому что сейчас Минобороны несмотря на то, что обещает помилования, кстати, пока никого не помиловали, из набранных министерства обороны э, все равно не отпускает заключенных после полугодового срока, потому что контракты подписываются минимум на полтора года. То есть вот этот вот э, приход э, огромной волны совершенно озверевших головорезов э, в России, так сказать, такой был эксцесс исполнителя, и полностью он тоже лежит, конечно, на совести пригожина. Этих людей будут постепенно убирать из жизни россиян, потому что э, они никогда не строятся, естественно, никогда не строятся по очень многим причинам в нормальную жизнь. Для да нормальной жизни, в общем, э, трудно назвать то, что их окружает. Э, их будет постепенно всех забирать. У них всегда был с собой телефон, э, где в том числе был номер. То есть там было ровно два номера. Один номер для вызова их снова на войну, и второй номер для того, чтобы они вызывали себе юриста, когда они попадают в передряги. Недаром же мы с вами до сих пор слышали только об очень тяжелых преступлениях, совершенных вагнеровцами. Это, да, изнасилование малолетних, как вы только что сказали, и убийства, особенно массовые убийства. А ведь в России треть заключенных — это наркоманы. И еще одна довольно значительная часть – это разбойники, грабители, ну, просто, собственно, люди, которые привыкли воровать. И таких преступлений почему-то они не совершают, вернувшись из, из зоны и из с войны домой или куда-нибудь там еще возвращались. Ну как же так? Такого же не может быть, чтобы они все такие были лапочки и занимались исключительно убийствами и изнасилованиями. Да? А вот, вот чуть помельче, конечно, нет. Конечно, да. Конечно, да. Просто когда есть возможность скрыть преступление путем вызова юриста, который приедет на место или просто по телефону объяснит, полиции или следователю, что это вы специально подкинули наркотики, чтобы очернить и дискредитировать героя специальной военной операции, и вам за это скорее положен срок, а не им, потому что есть закон о дискредитации участников специальной военной операции, а то никто не связывался и не возбуждал уголовные дела, не убирал их в тюрьму. Сейчас таких юристов не будет. Все. Сейчас их с большим удовольствием снова упакуют и отправят в тюрьму. А вот что там будет дальше, я думаю, они очень скоро снова окажутся на фронте.